Смотрите, если взять абрамистические религии, может там так поставить вопрос имеет смысл, да, потому что со Христом усыновлены, то есть заново стали детьми Господа, да, как говорит апостол Иоанн, теперь, говорит, вы стали детьми Господа, сыновьями Господа. Например, для мусульманства это неприемлемо, они могут быть максимум рабами Аллаха, вот, то есть они не могут быть детьми. Иудеи могут быть детьми Господа, но язычники вообще себя считают чуть ли не самыми богами. Разные языческие направления тоже себя считают, например, детьми богов, вот, можно так сказать. Но с христианской точки зрения, действительно, усыновление принимают те, которые принимают жертву Христа. Те, которые не принимают жертву Христа, они остаются по-любому рабами греха. Кем бы они себя ни считали, рабами, не рабами, по-любому они рабы. Но рабы не Богу, а рабы дьяволу. Вот в чем дело.